Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем играть FIFA 18 за менеджера, за Робин Гудов. Ну чё, у нас следующая игра с Вестхэмом. Да, сезон у нас заканчивается. Постепенно уже идет к концу. Так, у нас вот такой состав. Дадим тебе поиграть. Даже не знаю. Ну давайте Мутизакер тут поставим. Пускай этот игрок отдохнет. И правого защитника тоже меняем. Пускай тоже отдохнет. Левый нормально пока посидит. Где поменяем? Дадим тебе шанс еще раз. Так. Это вообще-то нормальный игрок. Тут шанс почти, можно сказать, не надо особо там за ним следить. Так, ну все. Вот и игра. Так. Не то я хотел посмотреть ее. Любая позиция. Что там новенько у нас появилось? Вот какой 19-летний сказать, среди за ним список добавить. Старый уже. Вот какой-то левый. Тоже посреди за ним. ЦПшник. 23 года. Матчестеры. Юнатап. Цап, вот он. Тоже просреди, но я думаю, он не слишком больше принесет. Ну ладно, все, достаточно игроков мы посмотрели. Начинаем играть. Но при этом будем играть. Я не буду записывать этот матч. Запишем Тоттенхэм. Из Кубки Лиги второй матч, который мы проиграли 3-1 у них дома. Нам надо сбивать 2 кола. А там неизвестно, что будет. Ну ладно. Увидимся в конце этого матча. Ну вот мы вернулись на этот матч. Посмотрим на лучший момент этого матча. На 3 минуты наш вратарь спасает нам Игорь ему гола. Выбивает вратарь мяч. Ну тут прям вратарю шло. Тут по идее он так и должен выполнять. Сейф от их не вратаря. Мяч летит в центр штраф. Тоже сам такой же, как и наш. Промах от их сейчас игрока. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Подумаешь, мало ли что издали выпуск. Так, и еще один промах. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Сейф от нашего вратаря. И отдает пас на ход. Он здесь, я думаю, даже он даже не летел. Он даже не летел в ворота. Мог бы даже не трогать его. Их не вратарь спасает. Мяч достается вратарю. Так, промо гола у них. Полетел мяч. Хавьер Эрнандес. Бьет Эрнандес. И нам они на 75 минут забивают гол. Штрафной подачи есть там кому сыграть. Гол! Открывает. Он с травмой был, блин. Нужно надо было поменять его. Он был у меня с травмой, этот игрок. Возможно, надо было поменять. Так, и мы еще один 83 минут забиваем, пропускаем гол и все. Тут это видите, у кого опасно. Вот. Эрнандес. И все. Чичарито кладет мяч в сетку. Готово. И мы уходим. Я не знаю, мы дома играли? Нет. Да, мы дома играем. Мы и дома играли. Мы получаем еще один матч проигрыш. Там 3-0, тут 2-0, 5 голов уже. Минус нас. Надо просим поинтересоваться, как у нас вообще состоится в лиге. Так, у нас здесь у нас... сейчас я вернусь сюда. Так, это понятно. У нас травма на 5 дней. Так, у нас вообще жопа идет. Если честно, по поводу английской премьер-лиги вообще жестокая. И здесь тоже сам. Ну ладно. Так. О, Манчестер Кубок Лиги выиграл. Карабай. Вот английская премьер-лига. Так, мы на 13 месте стоим уже. 44 очка. Ну вообще-то шансы еще есть у нас.
Не слишком большие. Тут 4 очка разница до 6-7 места. Но они тоже могут победить. Шансы у нас есть, но мы слишком низко. 14 поражений. 14 уже поражений. 5 ничьи, 13 побед у нас. В прошлом сезоне такого у нас нет. Даже может зайти бы. Может дойти. В офисе, да, можно посмотреть. Моя карьера за этот сезон, да? Текущий сезон. А, это общее. Вот текущий сезон у нас. 23 победы, 10 ничьи, 20 поражений. Ну, значит, побед у нас больше, чем поражений. Вот и вся в общем сумма. 86 побед, 34 ничьи, 42 поражения. 275 голов мы забили, 182 пропустили. Ну, такие, короче, у нас дела. Тут у нас как-то покруче было. 14 побед, 14 поражений. А тут уже 20 поражений. Да, мы туда ворвались в прошлом сезоне, как победить чемпионшипа. А тут нет. Ну ладно, давайте перейдем к развитию игрокам. Что-то вообще ничего не идет, не лезет. Вот тут, конечно, показали не все лучшие моменты. Можно сказать, Ну там просто около ворот мы бегали, как не знаю кто, блин. Били. То воротарь, то еще кто-то. Ну, центральный защитник у нас растет. Надеюсь, он подрастет у нас. Вот и левого можно подкачать теперь. Ну что, расчет итогов. Смотрим, как у нас игроки прокачиваются. Нам все равно надо менять команду. В любом случае, так, у нас только правый защитник до 75 поднялся. А левый защитник на двойку сыграл. Ну, я не знаю точно все эти буквы-то. Давайте пропустим время. И посмотрим, какой состав возможно у нас выпустить на этот матч. Нам победа здесь очень нужна. Это, понятное дело, что нет. Блин, левый. Не очень хотелось бы его выпускать. Так, тебя выпустим так. Тебе дадим шанса. Тебе больше шансов дадим. Что-то мне порадовал в последнее время за игру. Так. Так, что понятно здесь. О, и ты как раз взрывел. Это просто офигенно. Ты как раз меняешь на этого игрока. Ну все, такой состав у нас будет играть против Тоттенхэма. Шансов у нас малы. Но можно попробовать это совершить. Если у нас, как и в прошлом матче, мы будем играть как курицы лапы. Типа у нас премьер-лига, следующая игра будет в следующем туре, 33-й тур получается. У нас будет игра против Манчестер Юнайтед. Этот соперник уже тоже крутой, тоже ждет, возможно, не знаю, что в этой игре будет. Больше шансов, конечно, мы проиграем. Там сопернику. Я не тому, ну ладно. Вот так вот бывает ситуация. Ну уж туда, а он где-то в другую сторону. Ну что ж, все готово к ответному матчу. По итогам первой игры у гостей преимущество. Действительно, но это преимущество надо еще удержать. Хозяева наверняка с первых минут пойдут вперед, ведь им терять по большому счету нечего. Так что нас ждет захватывающий поединок. Сегодня Ноттингем Форест встречается с Тоттенхэмом. На экране состав команды хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Да, вообще мощный. Мощнее никого не бывает. Итак, состав Тоттенхэма.
Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку? Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. Испанец нас рассудит. Английский команд. Такие дела у нас. Ну что, они начинают игру. 3-1 мы проигрываем. Стартует четвертьфинал Лиги Европы. Обе команды приложили немало усилий, чтобы добраться до четвертьфинала. И, думаю, не собираются останавливаться на достигнутом. Да, я с ума сошел, добираться, блин. Нам всю английскую команду стали рисовать. Тут Эвертон, это тут может тут быть такая опасная атака. Сон! Вот это удар, а. Блин. Вот это я зря сделал. Аут. Тоттенхэм будет бросать. Я таки думал, что он будет делать. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Тихо. Да блин, долго Сон продержал. Ё-моё, а. Франко Васкес. Выбит мяч из штрафной. Васкес! Обойдете себе. Здесь нашлись. И этому сзади, который тебя бежал, ты хотел Сон сделать Бинфин вперед. Мяч у Тоттенхэма. Что за говно вообще, а? Игрок получил травму, арбитр. Какой игрок получил травму? Мой, что ли? Нет. Ну, нормальная ситуация. Богу. Правильно отработал арбитр. Отложенный штраф и желтая карточка. Да, и отметим, мы что еще одну травму им даем, делаем. Эпизоде, а? Судья, он не стал в момент фола, отдал доиграть эпизод и лишь потом показал карточку. Кому желтый дали. Но это не слишком страшно, нападающий. Эй, он не ушел сейчас за арбитра. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Блин, мяч передержал, сыграно. Передержал Сон мяч. Хит-мин. Только хотел пас дать. Но уже нажал на пас. При этом. Пока на таком разгоне он это не занимается. Это фигово. Я таки думал, что за дать пас. Ну тут на угловой, защитник нас. Мяч с угла поля у Тоттенхэм. Смог совершить этот. Ну, это слишком высоко. Куда-то. Да, не удалось ему. Регби надо играть вам. Мяч от головы просто отскочил куда-то непонятно. Пока игра идет на наше поле. Точнее, наши ворота часто нападают, чем какие передачи придают атакам остроты. Так, здесь мы постараемся, но нас тут догоняют. Штрафную подачу есть. Давай, там, бей! Сыграть. Ну, что так криво-то? Такой мы момент. Мы уверены, что счет голам в этой что, игре прям нам будет не везет открыт. Нифига, однако, а? Точности не хватило. Прям не везет, а? Санчес. Такими действиями игру не обострить. А даже какой нафиг нам два гола надо забить? Мы же дома. А, мы у них выбили дома играли. Кому это сейчас достанется? Мы дома. Мы забили у них дома один мяч. Да-да-да, все верно. Я думаю, что мы играем сейчас у себя дома. А он у себя мы проиграли 3-1. Извини, у себя мы проиграли 3-1. Это фигово. Нам здесь на нельзя пропускать. Решили разыграть эту комбинацию. Это может быть опасно.
Да, блин, вот пидор, а. Посмотри по сторонам. Не, он сейчас, наверное, не даст ему это сделать. Ну, ты чё, а как он нафиг офсайд, а? Офсайд какой-то нашелся здесь. Да мне все три игрока были офсайде. Так никаким чудом он ничего не сделал. Ну так, давай. Нам мяч, нам мяч. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до. А пас не прошел. Лоренто Торрес. Это может быть опасно. Так, нормально. Вратарь возьмет этот мяч. Хороший пас во фланг. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Нормально. Есть варианты развития атаки. Подача. И давай, бей, ну куда так бить, а? Че, опять что ли? А, угловой. А вот и повтор опасного момента. И че за опасный момент был? Да, вот это был опасный момент. Так не реализовали его. Мяч летит в центр. Ну, это слишком близко вратарю. Не, это дело не пройдет. Есть адрес у этой передачи. Давай, 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 так, родимый. Какая техника, как? Лоренте! Как... Чуть-чуть точности прям... этому удару не хватило. Да, мяч близко прошел было. Совсем рядом со штангой. Хорошее ударное исполнение, но чуть-чуть не точный. Очень близко было, очень-очень. Отлично сыграно, надо о, решать. Нормально. Забивать нужно. Ну и выносить мяч. Давай, надо. Давай, а. Да, блин, а. Оборонительное действие, и кто первым успеет к этому мячу. Да, блин. На этом все, атака закончена. Ну куда мяч так, нафиг ты устал трогать вообще? Это уже не я, он там захотел. Да, конечно, мы играем с Манчестер Юнайтед в следующем туре, ё-моё. Премьер-лиги, офигеть просто. Нас с этим поражением уже замучили. Да, этот сезон нам трудно удается. Нам как-то пережить его. Серхио Бускетс. Франко Васкес. Нормально. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Посмотрим за этой атакой. Да ё-моё, ну как мяч так играть-то, а? Ну как, кто к нему успеет первым? Лоренто Торрес. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Нужно бить поворота! Ё-моё, хороший удар, ну, чуть клепал, точнее был бы гол. Сложный удар он наносил, бил с лёта и пробил действительно довольно опасно. Вратарь рад, что мяч не попал в створ ворот. Это может быть опасная атака. Это слишком близко к вратарю. Слишком близко, забирает. Со мной тот фланг был закрыт у нас полностью. Ну это зачем? Ты, я же смотрел на него, блин, давал пас. Почему ты даешь пас ему? Противнику. Хороший, а? Пас на ход. Получает он эту передачу. Да они только по нам воротам убьют, а он мимо ничего ударить. Мимо ворот пролетает ему. Мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Ну, я говорю, 7 ударов. А мы всего же один, дай бог, какой-то сделали. И чем там мимо был опасный момент. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Игрок да и какой нафиг офсайд опять, а? Какие-то все офсайды здесь у нас. А не офсайды, то, блин. Не удар, то еще что-то. Пас неточный. Ё-моё, вообще просто расклеились мы. Расклеились полноценно. Расклеились, все.
пока неплохо. И на дальнюю летит мяч. Потрепал нервы вратарю и защитником таким ударом. Да, он действительно классно пробил головой. И если бы мяч попал в угол, что, сколько, скорее всего, дали? Был бы гол. Но мяч прошел рядом так, со штангой. Так, 2 минуты у нас так. Пока ничего мы не сделаем. Вот нашел кому давать пас, а? Да, давай между собой еще. Разгадали замысел здесь соперника, они да и завладели мячом. Тайны Египта прям целую пирамиду разгадали. Может получиться интересная атака. Давай, давай, бей, ну! Какой шанс. Все, свисток. В этом четвертьфинале заканчивается наш первый тайм 0-0. На мой взгляд, но нам я нужны два гола. Да, и будем откровенны, в полуфинал должна проходить лучшая команда и в этой паре. Так, начинаем мы. Команды вернулись поля после перерыва, и мы продолжаем смотреть четвертьфинал Лиги Европы. Второй тайм обещает быть крайне увлекательным, как в тактическом смысле, так и во всех других. Это может быть опасно. А вот это может быть опасно. Ты долго держал отличный его. Отбор в самый последний момент. Франко Васкес. Лоренто. Лоренто Торрес. Да, блин, промахнулся. Теперь мы освобождаем ему точку. Это может быть и он опасно. Свободно просто бежит и можешь любой навес сделать. Любой. Можно навешивать. Навес в штрафную. Спасает он свою команду. Офигенно просто спасает. И он свою команду, и мы пропускаем. За этот счет открыт. Ну что, неточного паса. Да, хочется надеяться, что этот мяч. Ну все здесь. Не здесь нам надо уже забивать. Гол назревал. Они лучше играли, чаще сколько? Угрожали. Сколько? Три ворота. Гола? И наконец-то добились своего. Это было неизбежно. Да, конечно, они пока выглядят намного лучше соперника и полностью. Это будет только ничья. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Надо 4 гола нам забивать теперь. Ё-мо, это уже нереально. Куда тут там может надо что-то получиться. Шикарный момент! Ну, чё ты, блин, его не похватил, а? Вот мяча из боковой в такой близости от штрафной потенциально очень опасен. Чу-чу-чу-чу-чу. Куда нафиг офсайды здесь нашлись, а? О, да. Игра головой позволяет им сохранить мяч. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ну бей давай, и мы забиваем гол. Утешительный гол. Утешительный гол хоть, ём, какой-нибудь. Демонстрация высочайшего футбольного духа, потому что казалось, проигрывать будут крупнее, а сейчас ничья уже. Ну и теперь многие, вот как я сейчас, например, могут сказать, а я все-таки верил в этих парней. После ответного мяча у нас 1-1. Они с Ливерпулем будут английский премьер-лигу играть. Так, нормально. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Так, неплохо. Такой хороший был фланг, а. Я на фланг хотел перевести, а не так, как что-то получил. Там какой-то рикошет получился. По центру, блин. Две трети матча сыграно в последний. Я так и думаю, сейчас я пропускаю это как. Тоттенхэм атакует по флангу, и там их не встречает. Васкес! А это что был, судья? И штрафной удар. Мне желтую дают, а им пофигу, да, насрать вообще просто. Так. Не знаю даже, давай так сделаем, попробуем, а.
делаем. Тоже замену он заменил. Хорошо, успешно, полезно действовал в этом матче он, но тренер его меняет. Ну, почему ты его игрок сдержал? Мяч своей команде. А не мог ты просто тупо обойти его там по-быстрому? А? Нет, нельзя это делать, это же FIFA. Франко Васкес. Посмотрим за этой атакой. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Ну, прямо на перекладе на мяч летит. А вот это что за пас, а? Тут просто подарили мяч соперника. Офигенный пас, блин. Просто суперский, Бускетс. А? Илкай Гюндоган. Как себе может получиться интересная атака. Ну хороший что у нас, опять УДХ у нас атакуют наши ворота. Пострел. Но мы отбиваемся. 20 минут до конца основного времени матча. А мы слишком, блин, сильный пас. Аут, и Тоттенхэм будет бросать. Еще неизвестно, офсайд был или нет, блин. Илкай Гюндоган. Сон Хын Мин. Так, нормально, но у них проходит и пас этот. Пока неплохо. Отличный отбор мяча. Защитник свое дело сделал. И пас обратно. Скучновато. Он ей-ей захочет, открывается, ё-моё. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. И чё бы удар, а? Да блин, такой залетел бы, а? Было отчуменно просто. Ну, тут защитник спас эту ситуацию. Защита первая на мяче, вынос. Не очень. Это чего, мы виноваты? А, не. Отчуменно просто. Так. Слишком высоко, слишком высоко. Ну, чуть-чуть, а. Чуть слабее, пониже, блин. И мяч точно попал бы в сетку. Выше ворот летит мяч. Да и голкипер, кажется, все контролировал. Мяч летит, да, чуть выше ворот. А так в целом удар прицельный. Получилось, как всегда. Опа. Нет, не дошел этот пас до адреса. Он еще желтую карточку, еще с травмой бегает. Офигенно просто. Бускетс Бургас. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Разгадали вот замысел падал, соперника, успел, а? Они и завладели мячом. Ты потому что не точный пас. И разрезающий пас на ход. Сон! Удар в перекладину. Не получается с первого раза у защиты выбить мяч. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Но! И выносится мяч из штрафной. Почему не успел-то, а? Сон Хын Мин. Арбитр зафиксировал фол, но с мячом Тоттенхэм и будет отложенный штраф. Офигенно просто. Сон Хын Мин. Навешивает в штрафную. Есть. И мы пропускаем. Надо забивать и гол! Все. Ух, как зарядил. Как из ружья. Туда же думать не надо. Отличную позицию и проигрываем. Мяч заколотил сетку по с близкого страшному расстояния. Может быть, это и победная точка. Даже если соперник придет в себя, времени отыграться почти не осталось. Времени мало, но оно все-таки есть. И думаю, одну сами атаку рвались, сами, блин, еще успеют. Учили. Счет 2-1. 5-2 в общей сумме. Счет у нас, это уже нереально. Ты надо забивать уже 5 атака голов. Атака продолжится через чтобы фланг их выиграть. Это нереально. Кинах 5 голов-то. За такое время вообще нереально. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. А вот это передачу. Пас, я не понял, что за пас был. Франко Васкес. Не, мои игроки уже устали за весь сезон. Из-за боковой линии мяч в игру не везет, будут вводить футболисты Тоттенхэм. У нас не слишком поднятый. Конечно, хотел подольше поиграть в Кубок УЕФА, но
побед вряд ли. Матео Мусаки. Это может быть опасная атака. Серж Орье. Есть варианты развития атаки. Да, это был удар на удачу. Над перекладиной мяч проходит. Пробил на исполнение, но немного сильнее, чем следовало. Ну что, теперь чисто у нас премьер-лига будет. Бороться выше по таблице, стараться выше подняться. Пока и все. Плохо. Ай, блин, ну это на угловой. Последний муж угловой этого матча. Тут вратарь успевает. Мяч без проблем он забирает. Прекрасную давай ему за задержку, блин, времени. Ой, промахнулся. Франко Васкес. Как обидно-то. Гюндоган. Серхио Бускетс. Посмотрим за этой атакой. Все, ассисток, мы проигрываем. Игра закончена. 2-1. В общей сумме 5-2. Если не ошибаюсь, вообще, я говоря, мы уже не проходим. Вообще говоря, это самое зрелищное в футболе. Двухматчевый четвертьфинал. Да, полностью с собой согласен. Завораживает, потому что, во-первых, огромное количество команд сразу играет. И интересно посмотреть. Сначала дома, потом на выезде. Просто красота. Мы там и там проиграли этому, этим командам. Крупно проиграли. Ну ладно, что еще есть, 5-2 мы проигрываем этой команде, там два удара, что у нас створ все уже было, очуменно просто. Офигенный момент. Да-да-да, так, Ливерпуль проходит, Тоттенхэм проходит, Манчестер Юнайтед проходит. Вот я не помню, честно. Четвертая команда, ё-моё, тут английские три команды проходят Кубок УЕФА. А Лиги Чемпионов такого не будет, да? Фиг узнает, не знаю. Раньше, по-моему, такое были времена. Типа подобие. Ну ладно, что там у нас дальше говорят об этом по новостям? Почему фиговые тренера и все такая фигня, да? Призовой фонд нам дают 1 миллион фунтов. Игрок травмы на 5 дней. Это не слишком страшно. Так, тренировать не надо. Ну ладно, давайте всем удачи, всем пока. Увидимся уже в следующей серии других прохождений. Вот такая у нас ситуация на самом деле. Одни поражения, да, но две игры, да, у нас подряд, они поражения. Ну ладно, всем удачи.